Помимо этого прекрасного здания, которое вы видите, цель стояла, чтобы те марки и оборудование, производители, которые будут наполнены этот центр, конечным итогом являлось качество оказания этих услуг. Но без хорошего бренда, без хорошего оборудования невозможно. Одна из фирм, это представляет нас, это Karlsturz, является мировым лидером эндоскопического оборудования. Также диагностическое оборудование, это ультразвуковые аппараты GA, это Volson E10. Аппарат с уникальной способностью, с возможностью моделирования 4D, практически повторяет контуры МРТ-изображения. Поэтому, я думаю, это поможет нашим специалистам установить более точные диагнозы, наметить тактику лечения, а клиницистам выбрать правильные тактики реабилитации этих пациентов. Стратегия компании «Промедика», она настолько многогранна, что каждый специалист занимается своим делом. Задача медицинских работников – это, во-первых, пациент номер один, его ощущения и, естественно, эффект от посещения этого заведения. Это сохранение его здоровья, если же оно где-то подкачало, то восстановление и быстрейшая реабилитация. Я думаю, что это как бы первая ласточка у компании по развитию оказания стационарной помощи. Будем надеяться, что она будет развиваться именно в направлении повышения качества медицинских услуг для жителей Белгородской области, да и не только. Перед нами стояла задача создать комфортные условия. Мы сами понимаем, что бытие определяет сознание. Оказание стационарной помощи это откладывает особый отпечаток на любое медицинское учреждение. Это не амбулаторный прием, где пациент, получив консультацию, предоставлен сам себе, и контроль самой процедуры, самого лечения происходит под его самоконтролем или под контролем его близких. Оказание помощи на базе дневного стационара – это не новая процедура, но для частной медицины достаточно ответственная. Были выполнены все требования, и в нашем стационаре имеется достаточно хорошего мирового уровня операционная и 3 палаты. Одна из них – это палата пробуждения, где пациент прибывает сразу же после проведения манипуляций, проведенных наркозов и самого оперативного вмешательства. И 2 палаты дневного пребывания. Они комфортные, с автоматической регуляцией комфортной среды путем кондиционирования и поста медицинской сестры и врача. В чем отличие «Промедики» этого многопрофильного центра? 3 преимущества или больше, назовите, пожалуйста. Преимущества, естественно, есть. Это прежде всего кадры. Их квалификация, их ученые степени, их популярность в ученом мире, а также их авторитет среди пациентов, которые были на приеме у данных специалистов. Возможность этого центра – это интеграция и, можно сказать, коллаборация в работе с федеральными центрами Москвы и Санкт-Петербурга. Мы достаточно плотно работаем с центрами города Москвы. Это центр имени Николая Ивановича Кулакова, это 52-я клиническая больница, это кафедра Российского университета дружбы народов, где мы можем пользоваться консультативной помощью, а если при необходимости направлять наших пациентов именно в федеральные центры. Мы попытаемся в дальнейшем, чтобы наши услуги были комфортны, понятны, удобны.